Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами снова, получили звук и возможность записывать ролики. Посему я решил сыграть сегодня в Hotline Miami 2. Первая часть на канале есть полностью пройденная, в разделе плейлистов вы ее найдете. Ну а мы вторую, в принципе, нажимаем Continue и просто берем и выбираем. Ну, что выбираем? Pilot. Ну, Pilot, он слишком какой-то такой дерзкий, вонючий, неприятный. Там, короче, мужик в костюме свиньи насилует какую-то девку, и типа вот он фильм ужастик снимает. На самом деле у него рвет крышку, и он просто сумасшедший. Ему нравится убивать людей, он думает, что это все сон. Ну да. Начнем сначала. Я взял, пропустил интруху. Да ладно, какая разница. Интро, не интро. Че нам вообще, какое нам вообще накакать? Короче, выбор тут очевиден. Либо зебра, либо Алекс энд Эш. Это два чувака, которые один с пистолетом, один с бензопилой. Прикольно, на самом деле, группа персонажей. Кори просто катается. Ну, блин, Кори может брать оружие, а вот Алекс энд Эш не может брать оружие. И приходится их бить тем, что есть, как говорится, тем, что мама подарила. Ай, ладно, пойдем с ними, чё. Пофигу. Ну чё, ребят, ребятышка, выходите? Ходит у нас. Все у порядке. На-ка, держи, дружок. Вай. Ой. Сейчас мы все быстро разрулим, короче. Игруха, как вы знаете, специфическая. Однако... ну пока я того, короче, вцелился. С прицелом здесь, конечно, муть. Ты вот, например, такой хоп, прицелился на кого-то, и все, и пипец. И просто так уже не посмотришь. Да что ты, блин, меня не прикрываешь-то, а? Чувачело. Короче, надо без прицела вот таким вот макаром бегать, и все, не страхать всем мозги. Ни себе, никому. Вот чувак стоит такой. Оп, мы его так подразним. Вот так. Вот так от пистолета. Мы его подразнили. И все, в принципе, вообще без вопросов. Этого чувачка анима, вот этот чувачок. Эй! Ладно. Floor clear. Нормально. Чья-то головешка укатилась, что ли? Точно, он, смотри, уехал. Или не головешка даже. Что это у них? Консольки? PlayStation краденые. Скоты. Ну ладно, поехали в следующий этаж. Ой. Чувак, ты хоть предупредил, что здесь стоишь? Эй! Ух ты ж, ни хрена! Подожди-ка. Оп. Почему никто не идет? Вот и все. Ох ты ж, как хорошо ж, мы же ж зашли, оп, хорош. Ой. Мама дорогая. Ого. Вот к этим чувакам мы заскочим, ого. Тихо. Пиу. Ой. Петушара. Оп. А второй дробовичочек где? Вот он. Он сам рассказал о себе. Эй! Как я его спиной-то попилил. Оп. Привет. И тебе привет. Ну-ка, кто там еще у нас? А, вон он в толчке сидит. Крендель. Ну ладно, тот чувак закрыл за собой дверь. И мы, в принципе, ворвемся к этому хрену. Я надеюсь. Да давай к двери подходи уже, что ты стышь-то хоть? Да, вот таким вот макаром. А вот этот др сделал вот так вот, и все, и он сделал др, и нас типа переигрывай уровень.
чпок. Вот такое. Вот такое играет про. Про. Оп. Чувачок. Вот и все. 2x комбо. Комбо. Погнали, пацаны. Вот такое. Что у нас? 56, 55 с половиной штукарей. Оу, на Best Plus. Ну, мы любим на 4 ходить. О, а это медведь. Медвед. Поздравляем с Хэллоуином, сэр. Вы заказывали 3 пиццы, верно? С вас 14.50, ваши пиццы на прилавке слева от вас. Приятного аппетита, остерегайтесь привидений. Пока. А тут пацаны вообще развлекаются, смотри. С птицей прям, тут какие-то пираты вообще. Охренеть, у них там какой-то симпозиум. Они разбираются, короче. Рассказывают друг другу, кто лучше знает птиц. И лучше в них стреляет. Майами, Флорида, 95-й год, октябрь 21-е. А это кто? А-а-а, это прикольный чувак. Как обычно, выглядел спокойным на сегодняшнем слушании, храня молчание. Тем временем протесты за стенами суда продолжались. А-а-а, суд, сто пудей. А, это он в сортире умывался, короче. Прикольно этот персонаж выглядит. Уже уходишь, выглядишь неважно, ты в порядке? Тяжелый день, ты не поверишь, что они заставили меня делать. Мне лучше пойти домой и хорошо поспать. Ладно, спокойной ночи. Тебе тоже, милашка. Милашка. Ну, она действительно милашка, хоть и пиксели нарисовали, она реально милашка. Не знаю почему. Хомисайд. Ну, типа, хомисайд это что-то типа как... Как его, господи, боже мой. Как геноцид, только это хоми. Хоми это типа братишка, приятель. Битьё, короче, мальчиков бессильных. Это петушок, иди сюда, ты хоть будешь меня бить, нет? Козлина. Мощно. Мощнее. Я самый мощный здесь пацан, вообще слышь. Вот так вот. Оп-о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 п. А ты, чувак, опасен. С дробашом-то, однако, да? Оп-оп-оп. А-а-а, блин, так обосраться. Негоже. Ты чё делаешь-то хоть? Типок. Ты типок какой-то совсем типок, слушай. Оп. Оп. Ну, нормалёк. Ну, наконец-то нормалёк пошёл. Так, у нас значит есть дробаш. 6 раундов. То есть патронов. Мы так берём так. Опа! Ух! Я уж думал, всё, заново. Let's try this again, man. Вот этот вот. Чувачка мы задели, по-моему, судя по... Ох ты ж, мама дорогая, как мы его задели. Его там разобрало, короче. Вот немножечко, совсем на чайную ложечку, немножечко его подразобрало. Ну, давай. Это последний чел на этом уровне. Пиу. Витрина-то не простреливается. Ай. Хорош. Дробашечек с новеньким зарядом патронов. И мы едем на лифте. Что здесь у нас имеется? Вот этот челик. Оп-оп-оп-оп. А лифт-то дверь закрыл. О-о-о, слушай, опасно. Опасности. Так, оп. Дружок, держи-ка пирожок. Где у нас пестик есть? Где у нас пестик? В душевую уже никого не осталось. Вот
таким вот макаром достаточно опасно будет действовать, это надо зайти сзади. Как неудачно. Бом. Бом-бом, кошкин дом. Блин, ты чё? Подожди-ка. Вот теперь неплохо. Ух ты ж, как плохо всё. Всё очень ему плохо. Тихо. Главное не спешить. Вот так вот. Оп, оп. Размеренно работаем кнопочкой. Потихонечку. Да вот сейчас даже лучше. Один патрон дробаше остался. Что у нас здесь? Два поца с пистолями. Ну ладно, они уже не страшны. О, сейчас чуть не обосрался, смотри-ка. У меня дубина. Ну я дубина, у меня дубина. Он почему-то не всегда целится. Вот в чем проблема. Ох, хорошо. Узи. Узи-узи. Ох ты ж. Там еще он целая армия. Вот он, вот он, вот он. Вот там, говорю, убери его. А вот этого почему не задел? А? Вот он ходит. Ходит, ходит. Вот оно. Да! Да-да-да-да! Это правильно все. Это все правильно. Пистоль выбрасываю. Да мать моя женщина, вы что? Хорошо, что я пистолет выбросил, да? Бросай оружие и ложись на землю, сейчас же! Не стреляйте, я детектив! Вот мой значок! Извините, сэр, опустите оружие, парни! Что тут произошло? Мы слышали выстрелы? Да, идите взгляните сами, это кровавая баня! Чувак, порой я ненавижу этот город! В натуре! Идите, смотрите, быстро, пока не рассосалось все, пока не отмыли! О, еще чуть-чуть больше, чем нужно. С, а почему С у нас же больше, чем надо? Ну ладно, тройка так тройка, хер бы. Музончик хороший. Газетка? Хрена лысого, а не газетка. Как-то стена. Мать моя женщина, здесь опять какой-то... Мокруха, короче, здесь опять. Что здесь бывает вообще нормальное, цивильное? Бескровище и говнище. Здорово, мужик. Еще одно убийство? Да, кажется, у тебя завелся серийный убийца Пардо. Или Пардо. Тот же почерк, что с парнем, найденным на прошлой неделе, послание и прочее. Я не виновен, меня заставили. Да, конечно, первый раз такое слышу. Этот парень, наверное, какой-то психопат, да? У меня мороз по коже. Однако журналисты взвоют от радости, зуб даю. Чертовы стервятники. Да, в городе столько убийств происходит, сомневаюсь, что они даже заметят. Им нужны бочки крови, чтобы они хотя бы пальцем пошевелили. А тут все слишком стандартно, без кровавых подробностей. Боже, в этом городе по неволе станешь бесчувственным. Я родился бесчувственным. Ну что, есть какие-нибудь улики? Да, в общем, нет, ему перерезали горло, оружие убийства пока не обнаружено. Никаких отпечатков пальцев, свидетелей, ничего, я сообщу, если что-нибудь найдем. Договорились. Отправлюсь в участок, начну оформлять бумаги. Отлично, приятного вечера, сэр. Ну, это мы посмотрим. Посмотрим. Что по телевизору? Новости? 60 минут? Или что там показывают? Обычно в новостях. Так, это у нас тупик. Тупичок. А мы что, сейчас в полицейский участок отправляемся, что ли? Или куда, а? Наверное. В
8 часов, 25 апреля. Нормально, прям так подстригся в раковине у себя. Чувак, вообще без заморочи. О, флаг конфедератов, да? Что по телеку показывает? А что у него, два писюна, что ли, или что это? Или у него такой пояс? Ниндзя он, что ли? Что-то толстым для ниндзи. Добрый день, это Эрик из компании «Авторемонт Майами». Я звоню сообщить, что мы закончили обслуживание. Алло, кто это? Дай мне поговорить с твоим начальником. Заскочи на 12-ю авеню и забери. Эй, я тут разговариваю. Мы гарантируем вам лучший сервис в городе. Щелк. Не смей вешать трубку, черт тебя дери. Что, блядь, за неуважение? Какое у тебя уважение по телефону, чувак? Когда у тебя последний раз был нормальный телефонный разговор? Название уже всякие черти. Че, все что ли? Как-то жиденько. А жиденько. Какой-то дом пустой, бомжатник. Зато тачка у него своя есть, прикинь. Hard News. Третья сцена. Короче, это фильм. И тут сценки. Это третья сценка. Дзынь-дзынь. Это летальные броски. Это гвоздипистолет. Гвоздемет. Ирвин. А это Даллас. Без оружия. Внутренний боец. Ну, внутренний боец, это, конечно, очень мило и забавно. Но, как по мне, так Джейк это самый вообще просто, самая бомба. Он бросает всякое дерьмо, сразу убивая. В труху, между прочим. Кто не в курсах. Че, пойдем налево или направо? Налево, направо, направо, налево. Ладно, хватит ходить налево, пошли направо. Разочек хотя бы сходим. Ну, шо у нас здесь? Эх, мать моя женщина, ты что? Так, нельзя. Оп. Оп. Ага, оп. Папа, ага. Ушел Скотт. Ну как вообще вот так? Почему он не целился, а? Это бесит, когда он не хочет целиться. Меня бесит, когда он не хочет целиться. Это просто вымораживает. Прям вот вообще жесть какая-то. Окей, дальше. Окей. Кто-то сейчас отсюда, да, прибежит? Или прибежит? Через окна они ходить не умеют. Ну шо, товарищи, выходи давай. Хорошо-то как. Вот этого чувачка надо подрихтовать. Оу, май. Хороший. Свинцемет надо взять. Меня вот этот чувак смущает. Прям рили смущает. Тихо, подожди, не бросайся. Вот. Нет, вот. Вот такого надо, короче, смотреть. О, здесь хмырь с загогулиной. Ну, наконец-то. Хмырь с загогулиной нам не страшен. Ух, хорошо-то как. Кладешь себе под ноги. Ни хрена он стекол побил. Ты чё? Вандал, блин. Они денег стоят, стекла-то эти. Ага, вон там еще один хмырь остался. Оу.
Клир. Отлично. Он калашник одной рукой носит. Так, а чё, а куда нам надобно-то? Улифт? Улифт, так улифт. Улифт. Погнали. Следующий кто? Здравствуй, друг. Вот и все, вот такие вот у него броски. Бросок кобры нахрен. Бросок кобры нахрен. Вот так вот, кобра нахрен как бросится, и все, и трындец хрену. А-а-а, нечестно, нечестно. На, чувак, держи. Чувак, ты тоже держи. Держите все. Держите меня семеро. Да как хоть так? Ай-яй-яй-яй-яй, ты чё? Ой-о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 й, так нельзя. Нельзя так. Вот он. Есть. А, держи. Куда пополз? Ну ладно, пусть поползает, ему полезно. Физические упражнения никому еще не вредили. Так куда ж ты прибежал-то, олень? Целый день звонит. То тюлень, то олень. Вот такие вот олени и тюлени здесь и бегают. Здесь-то... О, повезло мне. Я уж думал, по своим... по своей простате. Или вернее, по своей... простоте душевной взял и обкакался. А, нет, повезло, я не обкакался. Прям просто повезло. Прямо повезло. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Как так-то хоть? О, у них здесь стекло, это мне на руку. Ой, это мне втройне на руку. На, чувак. Хорош тут выкобениваться. А тебе что нужно, а? Чувак, что тебе нужно? Стоп. Он убежал, скотина. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-яй-яй. Яй-яй-ой. Так, и ты у нас тут еще... Ай-яй-яй, тихо, туда не ходить. Здрасте. Ну, здрасте, мордасти. Ну ладно, я только чемоданчик заберу и все, чувак, забей. Будешь новый гундеть. И с чемоданчиком еще что-нибудь твое заберем. Что поделать? Жизнь такая. Ух ты, что-то маловато будет. Си с минусом. Что-то как-то жидкое. Здравствуйте, добро пожаловать. Чем могу вам помочь? Хочу сделать татуировку. Хорошо, что-то определенное. Хочу флаг конфедератов прямо здесь, на плече. Ладно, дай глянуть. Хорошо, подходи на следующую пятницу в 2 часа, окей? Пятницу? То есть как так? Ты не можешь сделать сейчас? Мне нужно сегодня. Сегодня особенный день, у меня праздник. Извини, босс, не могу тебе помочь. У нас все расписано на несколько дней. Да ну, что за сервис у тебя тут такой? Ты только что потерял клиента, свинья русская. Как скажешь, босс. А чё, чувак, обосрался ты, да обосрался. Ну нет, негде будет, типа, теперь колоться. Татухи в смысле ставит. Я хотел бы представить следующего гостя нашего шоу. Прославившийся участием в таких блокбастерах, как «Синий океан», «Спокойствие» и «Страна деревьев». Приветствуем, Мартин Браун. Привет, Мартин, как ты? Хорошо. Твой последний фильм в чём-то стал для тебя шагом в новом направлении. Многие этим удивлены. Кое-кто даже обвиняет тебя в продажности. Что ты можешь ответить на это? Продажности? Что вы имеете в виду? Ну, люди говорят, что «Полуночное животное» — это просто еще один слэшер. Я не соглашусь. Я хотел сделать это очень давно. Убивать детей, душить их, ломать людям черепа, вырывать им глаза, слушать, как они кричат, смотреть, как они умирают в агонии. Я наконец-то могу делать это. Хорошо. Не смотри на меня так. Что?
Я понял, это сон, верно? Что вы имеете в виду? Это все. Это просто сон, правда? Я не понимаю. Ладно, пауза. Баун с молотком. А вот он петушок. Что ты думаешь, что это сон? Ну, тогда может быть время проснуться. Кто ты? Кто я? Я не тот, у кого будут берут интервью, верно? Думаю, я должен задавать вопросы. Это кино, которое ты снимаешь, ты знаешь его концовку? Мне кажется, в конце сюжет делает довольно резкий поворот. Сомневаюсь, что он тебе понравится. Вообще-то, думаю, он никому не понравится. Может быть, тебе стоит уйти, пока еще не слишком поздно? Я так не думаю. Тебе действительно нравится причинять людям боль, не так ли? Это просто фильм. Просто фильм? Это лишь одна из точек зрения. Вот это, что это за мешок? Спальный мешок в ванне? Девка курнула, огляделась и убежала долать дёру. Пока наш мистер-любитель снимать фильмы отдыхает. Телефон. Нифига. Midnight Animal. Кстати, вот он как раз полуночное животное. Девушка кричит, когда свиной убийца входит в комнату для допросов. Полицейский падает со стула, ударяясь головой. Она пытается убежать, но убийца хватает ее за руку и бросает ее на землю. Она кричит, когда он чего-то там... Кажется, прибыла полиция. Видимо, девушка донесла на тебя. Лучше иди с ними добровольно, они отведут тебя к ней. Это то, чего ты хочешь, верно? Щелк. Ну, конечно, свинья этого хочет. Нужно понюхать это все. Свинье очень нравится. Ну шо? Стойте, сэр! Мы пришли арестовать вас. Вы должны пойти с нами. Мы отведем вас в участок. Вы понимаете, о чем я говорю? Понимает, куда он денется. Final Cut. Приложуха есть такая. Final Cut. Мы знаем, что ты говорил. А, мы знаем, что ты творил. Тебя ждет электрический стол. Девушка сейчас наверху и дает полные показания. Скоро они спустятся сюда за тобой. А пока ты побудешь со мной. Я бы спросил, зачем ты делал это, но ты ведь и сам не знаешь. Или нет? Взгляни на себя, ты безумен. Совсем больной. Тебе крышу снесло, верно? Кто же станет в маске свиньи убивать детей? Это телефон. Тебе стоит ответить. Я повторю, нет никакого телефона. Я не вижу телефона и не слышу его, ясно? Это просто фрагмент твоего воображения, слышишь меня? Сумасшедший маньяк. И очень скоро ты заплатишь за свои преступления. Телефон. Ты не ответишь? Нет смысла с тобой говорить, да? Ого. Ты знаешь, что нужно сделать? Он даже не смотрит, словно хочет, чтобы ты его убил. Щелк. Этаж зачищен. Проще пареной репы. Тут чувак молится. Кому молится? Иисусу, Аллаху, Иуде, Будде. Напишите в комментах, кто знает, я не знаю. Этот уровень довольно-таки сложноватый. Кстати, сложноватый. А может и не очень сложноватый. Не знаю, сейчас увидим. Все увидим. Нет, немного не так. Прям реально ужасы нашего городка. Идет дождь, гремит гром, сверкает гроза, и свиной убийца насилует тут людей. Блин, чуть-чуть моя тактика не сработала. Так, здесь мы не пройдем.
Сейчас мы все это забабахаем. Вот и все. Первый шаг сделал. Так, тихонечко. Ну, может быть, ты прицелишься. Да что ты не целишься-то? Ну, прицелься. Отлично. Ну, что, сложно было, что ли? Теперь вот этого писюна. Ну, вот. Хорошо ведь? Хорошо. Очень нам эффектно для фильма ужасов. Шесть патриков. Что, больше у нас тут никого нет? Куда стволы хватать он будет? И он стволы своих коллег хватает. А мы тут волыны придержим для себя. Поцик пришел и ушел. Как пришел он, так и ушел. Кстати, игруха вышла. Амнезия новая. Интересно, хороша она, не хороша. Первую амнезию я, кстати, поиграл. Прикольная игруха. Тихонько. Оп. О, хорош. Первая была хороша. В машину для свиней я, кстати, так и не поиграл. Так, видел только. The Machine for Pigs. Вот для таких, походу, свиней машина. Там людей в свиней превращали. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Опасно, блин. Так, попал? Поп. Я думал, я попал. Вот теперь я попал. На ТВ. Сиди здесь, ты будешь в безопасности, я посмотрю, что происходит. Сват. Сват ее, говорит. Посиди здесь. Не открывай дверь, пока я не вернусь, что бы ни случилось. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Это, конечно, вообще позор. Беу-беу-беу-беу-беу-беу-беу-беу. Бэу-бэу-бэу-бэу-бэу. Блин. Ein, zwei, Polizei. Drei, vier, Grenadier. Блин. Вот это фир, Гренадир, блин, мощный оказался. Вот этот хер нам нужен. Куркающийся. Куркун. На него, кстати, даже прицел не работает. Вот это поворот. Вот это, я вам скажу, поворот. Вот такого. Че, на чувака этого кокнули? Ну, выдрали ему, короче, черепок вместе. Черепок выдрали аж из жопы у него, представляете, да? Вот это да, вот это свинья, настоящая свинья. Грязная свинья. Здесь чувачок ходит у нас. Но он какой-то такой. Не очень опасный. Эмпти! Эмпти себе оставьте. Так. О, ты чё там вас так много? Бля, да как так можно было обосраться-то? Ну слушай, ну вообще, ну никак, блин, ни в одни ворота такое не лезет. Это просто позор. Нахрен. Чувак, Консумир. Теперь он меня замочил. Первый раз он меня смог замочить. Никогда не убивал меня. Никогда не убивал. Никогда в жизни. Вот что значит. Отвлекут, блин. А потом занимайтесь, значит, своими делами. Блять, ну как так-то?
Это уже не смешно, слушай. Это уже прям пошло как-то. Да ладно, ничего. Пойдет. Почему ты, сучёныш, бросил просто так? Почему он его положил? Почему он дробовик положил-то? Ёптусь по голове. Уже этаж был зачищен практически. Я недоволен. Блядь, взял пистолет, бросил его. Хи-хи-хи. Пистолетик-то какой-то говнистый. Бля, я, короче, вообще все испортил. Пустой дробаш. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нет, сюда точно нам не нужно. Этого петуха замочить бы. Иди сюда. Будешь ты, блин, тут мне еще выкаблучиваться, да? Петух. Гамбургский. Блять, подожди, а этот-то петух откуда высрался? А? Что за блядство? Не понял. Он, короче, побежал, стукнулся своей головкой об дверь. И все, и у меня, конечно же, закончились патроны. Конечно. То есть он встанет, возьмет волыну. Я с пустым, значит, пистолетом должен стрелять, да? Почему он меня ударил? Я его должен был первым ударить, я нажал раньше. Эй, блин, все, короче. Началось это тут. Копание, ковыряние, как говорят, в одном месте пальцем. Так, пока эти черти там массово так ошиваются, тут вообще делать нехрен. Чувак, иди сюда. Мы тебя вот так вот будем. Припечатаем мальца. А ты сюда хочешь? Не хочешь? Хочешь, хочешь, я знаю, хочешь, хочешь, но молчишь. Пистолетом опасненькие пацаны. Так что ты, хочешь, не хочешь? Или ты хочешь, но молчишь? Я знаю. Так, козлёныш, он сейчас сразу прибежит. Гад этот. Когда мы вот этого будем головёшку отрывать от жопы. Катись давай. Иди сюда. Ну иди сюда, давай. Оп. Вот теперь можно этому головешку отрывать от жопы. И там будем аккуратненько как-то делать так. Прям спецназ недоделанный. Давай! Все. Окей. Вот-то, так. Тут никого. У нас, в принципе, сейчас все хорошо, Отсюда не придут, отсюда не придут! Обоих кайф! Приложили мы обоих! Обоих! Хрен еще лазит! Ох, ну дробашок и против них хорошо работает. Блин, а вот эти тут откуда взялись-то еще? Ладно, возьмем пистоль. Он подойдет, может быть, к двери. Ага, хорошо. Так, еще кто там будет-то? Возьмите ключи. Сейчас возьмем ключи. На дробаш один выстрел у нас всего. Возьмем пистолет с полным зарядом. Так, взять ключи. Где взять ключи? А, у этого чмордяя ключи. А пистолет что, уже нельзя взять? Можно взять пистолет. Getcha! Да что такое? Дай мне пистоль! Вот. Сколько там, правда, патронов? Кот нас ссал или насрал.
А вот чистенький пистоль, который не пользованный еще. Вот тебе и история. Я тебе не гребаная подружка. Пресс A to restart. Вот такая вот история. Ё-моё, да, круто. Снято, переснимать не нужно. Это было прекрасно. Там тут менты стоят, жрут. Хорошая работа, ребятки. Восхитительная игра. Осталось снять лишь несколько сцен до начала монтажа. Идите перекусите чего-нибудь, а мы поменяем декорации. Но будьте здесь через полчаса, окей? Время деньги. Ты слышал его, Мартин? Пора вставать. Мартин? Походу, пистолет не тот ей дали. Она, короче, его кокнула. И усё. Блин, опять 10 тысяч не хватило. C-. Пипец. О, Second Act Rising. Короче, первый акт мы с вами прошли за одно видео, за 40 минут. 5 ноября 91 года, Майами, Флорида. Суд. Вот, короче, суд будет у нас в следующей серии. Благодарю вас, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал, знаете, что делать, пишите комменты. В разделе плейлистов куча всего интересного. Всем пока!